В минувшую пятницу на шоу «Ну-ка все вместе» певец Сергей Лазарев шокировал зрителей, внезапно встав со своего места, чтобы нажать на кнопку фониатора Льва Рудина. Этот поступок стал актом защиты для певицы Арпи Абкарян, чье выступление не произвело должного впечатления на эксперта. В своем блоге Лазарев объяснил, что его эмоции были вызваны предвзятым отношением некоторых экспертов программы, которые вели себя неуместно и использовали резкие слова в адрес участников. Он подчеркнул, что сразу же принес извинения за свою реакцию и отметил, что сам Рудин, покинувший шоу, обязательно вернется. «Мой поступок был результатом накопившихся эмоций. Я осознал, что действовал на эмоциях и сразу же извинился перед экспертом. Тем не менее, Лев Борисович ни в коем случае не пострадал. Вы снова увидите его в следующем выпуске, никуда он не денется», — написал певец. Кроме того, Лазарев подчеркнул, что Арпи Абкарян заслуживала победы, поскольку ее талант отметил продюсер и композитор Игорь Крутой, пришедший в специальный выпуск проекта. «Многие из тех, кто был недоволен, вероятно, видели лишь момент моего прыжка Спайдермена, несмотря при этом весь эфир и шоу в целом. В итоге в этом выпуске победили две сильнейшие участницы, и обе получат приз, песню, написанную Игорем Крутым. Давайте порадуемся за артисток. Ведь Крутой сам сказал, что хотел бы, чтобы Арпи победила», — добавил глава «Сотни».